Чё, видео надо смотреть, да? Ну да, Проня не сорвал бы, вряд ли бы он сорвал. Потом посмотрим. Потом посмотрим, да. Ну это Тимыч, если чё. Я? Ну конечно, я же. Дай проверку. А я так. Я не ебу. У меня нету таунта на панели. На либо панели, ты таунт да. Нажал, Тимыч, либо ты сорвал игру. Типа тут на этом боссе нельзя ничего затаунтить, кроме босса. Так, я там ничего не делал. Посмотрим потом по видео. По фрейме был какой-то вульпер. И них я просто не успел рассмотреть. Ладно, посмотрим. Все, давайте, поехали. Лапу порыду. Вага, давай крик на хп. Там какой-то фарады кричат. Пока мы на одной фазе. На третьей фазе. Там АП сильно не решит. Будет немножко больше хп, легче. Это пол тычки моб, лёх. На пол дайте сейчас все на алоэ. Агрона больше. Смотрим лужи. Отошли от лужи. Ушли из лужи. Мобы. Женек, подвигайся, Женек. Пока что не надо БР. Бежим, бежим, бежим. Забирай большой. Шторы перед фазой на тебя это. С тебя БР. Кстати, есть? Ходите, если посмеете. Чё там? Находите. Шторм. Поднимешь его, Женёк, останешься там. Босса пойдите. Денчик. Да, что-то мне. Касочку хотелось бы. Аккуратно, стоп. Дамажим 54. Стоп, наверное. Там дота догрызется. Выноси метку, Лёх. Лезвие придёт, вы. Всё, давай. Заспал. Свет, и я есть тьма. Трепещи,
Возле вас. Заебись, это не есть исплыл. Блять, мой косяк. Раздавайте БР. Все точно. Раздавайте БР. Киор, бежим. В огне не стоит. Свет, пожалуйста, я не вижу совсем. Ням, кстати, есть? Да, я вижу просто. Сейчас огонь пойдет. Ладно, ну там пока огонь пойдет. Вы можете падать уже там. Без трех хилов я не... не было хилов. Без трех хилов, не было. Без трех хилов я особо долго не могу танчиться. Вот эту метку, которая сейчас была в рейде, не я диспелил. Эта метка зашла в телепорт. Эта метка кинулась ровно в ту секунду, вот, ровно за секунду за клик до на телепорт. Ну кидайте гп там, блять, я не знаю. Между метками таймер есть 20 секунд. Чтоб ты понимал, вот видео посмотри, я вышел с меткой в свет, и в ту же секунду, как я вышел, на меня кинулась еще одна метка, которая световая. Так что с таймерами можешь другому кому-то рассказать. Я тебе ничего не говорил. А жидсика, пожалуйста. Это просто конченый сирус. Ну кидай либо, мама. Там заслуженно. Нафа. Дайте починку. Мамонта или дживса поставьте. Есть у кого? Да, я ставлю. Энджи что-то лежит. Он вышел. Он релогается. Сейчас он зайдет, я баф дам. Сейчас я релогнусь, у меня что-то пет не сумонится. Неужели вот когда на меня напуливают мобов, да, всех? Неужели никто не может хоть одного моба сорвать? А ты жатву, наверное, сразу даешь, нет? Его можно только стаунтить. А, нет, стаунтер не таунтится. В смысле, не понял, как маленьких сорвать с тебя? Ну, тогда не сорвать. Там ни скап не сорвешь. Такой уроном. На тот раз в рейд ходил, не было такого. А сейчас я даю ОУЕ, и они прям меня... Я, короче, наверное, не буду больше этого делать. Я же жатвой как-то этот срываюсь с кого-то, допустим. Ну, у тебя жатва-то сколько бьет? По 80. Когда на пул на тебя рога даст, Элрей, например, с тебя никто не сорвет. Я вливаю на пул под вихрь. Там 300 другого тысяч. На пула я не делаю. Там больше, чем 300 тысяч. Там по 700, по 800. Ну, вот, это не сорвать никак. Поэтому я не знаю, как там можно сорвать. Плюс еще ты вливаешь свой дамаг. Да, поэтому там лучше танк какой-то. Не знаю, чего вы боитесь третьего танка ставить, но я бы давно уж в три ходил. ДПС хоть жопой. О, Долорус. Сейчас я захожу. Япончик, Фарада, Мяка. Мяка, Долорус. Как готовы. Долорус, плюсанёшка. Все готовы и выйдем. Не надо капнуть. Вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Надеюсь, все перебегут метеора, блядь. Просто, блядь, живите.
ДФ на трэшина. Вот, сука, ты пиздец. Лужа, идите, блядь. Чужие сложно, что ли? Да, блядь, погоду видели сейчас у нас на Дальнем Востоке. Че, блядь, бухие что ли? Вот, еще один лужа. Минус 2 кило. Шторы убил маленький моб. Ложитесь. Падаем. Блядь, вы меня извините, блядь, конечно, но я хуй знает, блядь, поверьте мне на слово. И боните третьего танка сюда. И вот эти, кто упали, там Алястра, Женек, нахуй, и третий, кроме штор. Это пиздец, это лужа, нахуй. Это пиздец просто. Так подожди, трэш же вроде... Трэш слил кого-то? Трэш убил шторы, а потом Леху. Входите в три танка, блядь, и не будете знать проблем никогда, блядь. Ну давай, Тимыч, в танк будешь мелкий трэш собирать. Роги да, веером да, дают на пул на Тимыча. Да там не надо все, собирать. Я сейчас даю вихрь под каждый приход мобов. Собираются мобы, я даю вихрь. Это, грубо они говоря, априори будут на танке, но даже собирать особо не надо. Да, я на паладина зайду. А ты вчера что ли не был? Нет. Нет, его не было и тебя не было. Просто это большая разница, блять. Он так и будет шоты. Да зачем на пауте заходить? Вставайся на ДК, вон Тимыч, пускай медведи, у него все это понабуливается. Не, не хочу, пизду. Ну, ты убав хоть банки второй. Тем более второй паладин будет. Ты типа палом трэш хочешь потанчить? Да я мне похуй вообще. Трэш, блядь, босса во тьме, ты во тьме и сам. Кините Лёхи, давайте я на минуту. Ставьте шкаф. Стоит. Я просто буду уверен, что ебучий трэш никого не убьет. Так 100 раз лучше. И то, что я смогу, если что, даже алоэ задефать, там, блядь, типа, захилить. И урон под себе свой-то снизить. Как в портал заходишь. Выйди из группы. Там, понимаешь, блядь, Элрей, это ну не как в сказке, это не просто все. Вот этот размах, он, во-первых, у кота только перед лицом действует. У Мишки он действует вокруг, но там, блядь, не радиус 15 метров, чтобы он охуенно собирал. Нет, если его спекнуть в танка, он даст пару размахов, и он, и, ну, он будет держаться. Ну, смотря как мобы идут. Вот сейчас... Вот, допустим, петух вот этот стоит, да? И вот, вот так вот стоял шторы, блядь. И моб просто по кривой, нахуй, вот так вот зашел в шторы и ебанул ему разок по башке, нахуй. И все, минус. Кровавый взор. Ты мне не расскажешь, почему ты находишься во тьме с флаской на АП? А я когда выхожу, пью на сапрот. Посмотри, все остальные полы, у меня там нифига сапрот есть. Ты транжира. Ты что, перепиваешь, что ли? Ну ладно. У меня просто кончилась бутылка, я выпил на АП, и, ну, типа, когда зайду в тьму, я выпью на сапрот. Дай проверку. На, бля, дай сист. Ты мой кумир. Так, еще раз, теперь на кого напуливать трэш? На меня. Пианист.
Ферс готов. Там друидский баф просит вроде ребят. Электро, по-моему, тоже. А мага и ноль линты. Что, все готовы и выйдем? 3% силой дал меньше урона. Выпала честь узреть начало эры разрушения. Что там крик на хп? Достала? Да. Давайте завязывайте, блять. Что мало прота не дали? Нормально, собирайте. Теперь это мягко легче тебе будет лучше, да? Сразу. Метеор. За боссом. Сложно, да? На меня на пол-то. Бэр, у кого есть? Что у меня? Поднимай рогу. Вон там, с той стороны, перебежим в ту сторону. Поднял. Метеор. Побежали. Я один говорю. На пульте не даст. Все даст. Надо двигаться, наверное. Не за 3 секунды. Правее немножко возьмите. Все, нормально. Побежать левее. За босс. Лурей. С Даркис. Забей ничего. Локи. Кирс, останешься во тьме. Даркиса выйдем, Энджи поднимем. Там по ДПСу как, по процентажу? 52. Стоп. Стоп ДПС. Кто не бьет, вообще стопнул. Полный бьет. Что это? Умер, понятно, сразу кинчик. Друидик сразу уходил. Переводим. Ось для вас. На одну сторону. Мужчина, встаньте. Тэнч. Метеор. За босса. Тэнч. Ты лужи только не стоим. Элрэй. Thank you.
справа, пока дай на пулю. Метеор. Перебежали. Он же подарки с УБР не там. Лужи, лужи, лужи. Не спал. Почему вара пробивает? Метеор. Да, большого быстрее. Первого большого. Большого, свечните серды, да. Яру во тьме, да? Метеор. Пиздец, правда. Нормально. Сместитесь от огня, сместитесь! Я трэш задам, блядь. Скажешь, когда можно вылупить. Маба, маба. Метеор, бегай. Чё можно? Когда чему можно будет дойти, скажешь? Заходи. Ну ладно, били. Лужи вышли. Денчик, иди. Денчик вынеси. 30%. Добивайте. Очень плохо. Еще хуже, чем на рече. А пелена это... это... лезвие получается? Вагоны. Паладина приходится заходить. Не, ну смотри, у вас весь рейд живой. Только в тьме там бичи отваливаются. Ну рога последний, он сам в лезвие забежал. А нахуя с меня так рано сдиспелили, когда я оббегал две лужи, по которым шел шар? Шивы нажимаешь. В голове считали, наверное. Шивы нажимаешь и в лужу бежишь прямо. Там и замедляюсь к хуям там, да. Это у них топовый этап выпали. У нас маг все время чуть не падал от трэша, постоянно получал урон. Нереально как-то. Чё там, как просто отец хилится? Заебись. Попало. Братва. Для хуёва. Чё, хилить легче было, Свет? Да. Понимаешь, Свет? Вопрос по чешке танковой. У Денчика ролл 97. Потом идет Делору 63, потом Энджи 60. Потом Тимыч 36. Ну, типа... Тимыч объективно в последнее время часто танчит. Денчик, смотри. У тебя мейн спек хил. Второй спек у тебя ретри. Третий спек у тебя протпал. И протпала этого в 4-5 видел. Но ты им вообще не пользуешься. У него это, типа 4-5. Давай Денчику, выродил, пускай забирает.
Да блин, реально, отдавайте людям, которые ходят в танки время. Почему вы отдаете Денчику, который в хиле всегда? Настя, эта тринька идет прото-вару и прото-палу, блядь. Все остальные классы на эту триню носить даже не